данной ситуации мы решили, Олег был готов, и их спектакль этот шел уже в репертуаре, как дань памяти, как наш такой вот, наша благодарность мастеру. Мы решили первой постановкой в этом сезоне, в 40-м, выпустить именно этот спектакль «Игроки». И он входит совершенно в концепцию нашего театра. Гоголь вообще наш автор. У нас много мистических авторов, и включая Булгакова, и включая Шекспира с его пьесой «Макбет». Это как бы наша тема, это нам созвучно. Ну и к тому же сама проблематика, заложенная Гоголем и переосмысленная несколько в этом спектакле, она достаточно созвучна времени, потому что слишком много зависимых людей по разным причинам и от разных факторов, но они есть, а это уже люди, на наш взгляд, слегка нездоровые. И вот такой посыл, ребят, посмотрите, ну, как всегда, театр должен сеять разумное, доброе, вечное. Вот такой посыл, ребят, оглянитесь, задумайтесь, подлечитесь, в конце концов. Вы знаете, Гоголь всегда актуален, потому что он Гоголь, так же, как актуален Пушкин, Некрасов, Чехов, Толстой. Это не может быть не актуально, потому что это о нас, о людях. Это психология людей. Люди ведь не изменились, да, с тех самых первобытных времен. Все те же самые качества и добродетели, и пороки, да, и способность там, да, к подвигу, способность к доброте, да, к самопожертвованию. Вместе с тем это сочетается там с алчностью, с завистью, с какой-то ревностью, с какими-то низкими, конечно, тоже низкими чувствами. В этом состоит человек. Он человек неплохой и нехороший. Он синтез хорошего и плохого. И в определенное время, в определенной эпохе, в определенных ситуациях и обстоятельствах в нем открывается то высокое, то низкое. Ну, мне кажется, Гоголь – это вечный такой, вечный классик. Это во-первых. Во-вторых, вот Олег Николаевич говорил, что он немножечко не то чтобы переосмыслил, но, скажем, через какой-то собственный взгляд, что ли, пропустил это произведение. Мне кажется, если вот таким образом подходить к классике, то это всегда будет актуально. Всегда.